начала развиваться дальнозоркость. Что это значит в эзотерике? Спасибо большое за ответ. Когда ребенок растет, то ребенок растет по принципу «все интересно». И когда ему все интересно, то все пытается рассмотреть. Ой, какая ручка, видите, ой, какая ручка. Когда человек живет на протяжении своей жизни, он с временем своей жизни обретает опыт. И этот опыт начинает его тяготить. То есть мне уже сложно и это, да, и это уже видела, это я уже знаю, и что я не видела солнце, не видела еще чего-то. И это и приводит к тому, что в дальнейшем развивается дальнозоркость. То есть зачем вам рассматривать, если вам не нужно? И у вас отпускается зрение, что вы там не видели-то в этом мире-то, что вас может удивить-то еще? Как начать восстанавливать дальнозоркость и перевести ее так, чтобы нравилось? Начните рассматривать. Ой, как красиво, какая красивая, ой, какие красивые, ой, как нравится и так далее. Найдите тысячи в день идей таких, чтобы вас могло удивить и чтобы вам очень нравилось. Дальнозоркость исчезнет.